больнице? На часах было 7 утра, когда в обыкновенной на вид похосневской квартире грянул гром. Спецотряд с таким названием застал чету наркоторговцев врасплох. Они еще нежились в постели. Поняв, что деваться некуда, отпираться наркодилеры не стали. Имеете что-либо запрещенное в квартире? Имею наркотики для собственного употребления. Имеете наркотики? Для собственного употребления, да. Понятно. Где лежат наркотики? Под креслом. Более 30 пакетиков героина в удобной для сбыта упаковке были спрятаны по всей квартире. Немудреные тайники оперативники обнаружили в креслах, холодильнике и даже в пианино. Общий вес изъятого зелья более 100 граммов, что считается крупным размером. На черном рынке такая партия стоила бы более 100 тысяч. Что касается самих драгдилеров, женщина в поле зрения полиции попала впервые, а вот глава семейства уже несколько раз был судим за торговлю наркотиками и убийство. Из-за этого стороной и обходили нехорошую квартиру соседи, зато клиенты-наркоманы выстраивались в очередь. Гражданин В. Известен был местным правоохранительным органам своим буйным характером. На него постоянно поступали жалобы от соседей о том, что он носит с собой охотничий нож, угрожает соседям. Кроме того, поступали жалобы о том, что постоянно к нему приходят люди в наркотическом и алкогольном опьянении и устраивают дебоши. Уголовное дело возбудили по статье «Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, силовикам предстоит выяснить, где наркоторговцы закупали зелье. Андрей Трой, Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.